Good afternoon, students. I'm glad to welcome you at our English lesson. Добрый день, уважаемые учащиеся. Я рада приветствовать вас на нашем уроке английского языка. Today we are going to travel to the United States of America. Сегодня мы отправляемся в путешествие в страну под названием Соединенные Штаты Америки. Эта страна расположена в западном полушарии. На ее территории проживают более 250 миллионов человек. США – многонациональная и многокультурная страна. Каждый представитель определенного народа обладает своими чертами – вероисповеданием, мировоззрением, языком, обычаями, традициями. И на сегодняшнем уроке мы узнаем про одну интересную традицию – празднование Дня Благодарения. Thanksgiving Day. Or just Thanksgiving. Opening books page 101. This is unit number 8D. Culture Corner. Thanksgiving. Откройте свои учебники на странице 101. Это раздел, модуль номер 8D. Культурный уголок. День Благодарения. Let's work with new vocabulary. Поработаем с новым вокабуляром, с новой лексикой. На экранах вы увидите слово на английском языке и перевод. Эти слова необходимо записать в словарике. Напоминаю, что данную видеозапись вы можете поставить на паузу и проработать материал в любом удобном именно для вас темпе. Let's start. Приступаем. Halloween. Halloween. Праздник всех святых. Thanksgiving Day. День благодарения. Christmas. Рождество. New Year. Новый год. Easter. Пасха. Independence Day. День независимости. Labor Day. День труда. Let's practice the pronunciation. Repeat after me. Практикуем произношение. Повторяйте за мной. Halloween. Thanksgiving Day. Christmas. New Year. Easter. Independence Day. Labor Day. Harvest. Урожай. Turkey. Индюшка. Corn. Кукуруза. Pumpkin pie. Тыквенный пирог. Cranberry jam. Клюквенный джем. To survive. Выживать. Brutal. Жестокий. Let's practice the pronunciation. Repeat after me. Практикуем произношение. Повторяйте за мной. Harvest. Turkey. Corn. Pumpkin pie. Cranberry jam. To survive. Brutal. Let's read and translate the text. Читаем и переводим текст. What is Thanksgiving? Что такое День Благодарения? Thanksgiving is an American holiday. День Благодарения – это американский праздник. It is celebrated on the fourth Thursday of November. Он празднуется в четвертый четверг ноября. On this day, people have big dinners and give thanks for everything they have in their lives. В этот день люди устраивают большие ужины и благодарят за все, что есть в их жизнях. The first Thanksgiving
happened in 1621 at Plymouth Colony in Massachusetts. Первый день благодарения отметили в 1621 году в Плимутской колонии в Массачусетсе. The pilgrims were given thanks to God for helping them survive their first brutal winter. Пилигримы возблагодарили Господа Бога за то, что помог им пережить их первую суровую зиму. Foods eaten at the first Thanksgiving have become traditional. Еда, которую кушали на первый праздник Дня Благодарения, стала традиционной. The traditional Thanksgiving meal consists of roast turkey stuffed with herb-flavored bread, cranberry jam, mashed potatoes, pumpkin pie. Традиционная еда на День Благодарения – это запеченная индюшка, которую подают с хлебом с ароматом трав, клюквенный джем, картофельное пюре, тыквенный пирог. Why is this holiday called Thanksgiving? Почему этот праздник называют Днем Благодарения? Thanksgiving Day is an unusual name for the holiday. The first part of the word is thanks, and the second part is a verb to give. День Благодарения – это необычное название для праздника. Первая часть слова обозначает благодарности или спасибо. Вторая часть – это глагол давать. So, on this day, the Americans say thank you to every person around them, to those people whom they love very much. Таким образом, в этот день американцы говорят спасибо всем вокруг, тем людям, которых они очень сильно любят. What holiday is it? А что это за праздник? На экранах вы видите иллюстрации, которые многое могут рассказать про историю возникновения этого праздника. История Дня Благодарения начинается в Плимуте, Массачусетсе, в 1621 году. Именно там, на территории Соединенных Штатов Америки, пилигримы, прибывшие на североамериканский континент на корабле под названием Mayflower, основали первую английскую колонию в Новом Свете. На борту судна было 102 человека, но путешествие заняло несколько месяцев. И половина из пассажиров судна не пережила зиму, потому что первые поселенцы достигли берега в ноябре, который встретил их холодом, голодом и болезнями. С приходом весны выжившие поселенцы начали заниматься земледелием и охотой. Именно индейцы, коренные жители Америки, пришли им на помощь. Научили выращивать кукурузу и прочие распространенные в североамериканских широтах культуры. Научили их заниматься охотой. Результатом совместных трудов пилигримов и индейцев стал неожиданно богатый урожай, собранный осенью 1621 года. После всех пережитых трудностей, голода, болезней, урожай стал для них практически божественным благословением. И в знак благодарности Господу они устроили праздник. На торжество, длившееся 3 дня, были приглашены и индейцы, которые помогли переселенцам пережить холода и обосноваться в новых условиях. Коренные американцы принесли к столу 4 индеек. Именно эта совместная трапеза пилигримов с индейцами и стала Днем Благодарения. Долгое время торжество было народным. Официальная дата празднования впоследствии не раз становилась предметом споров. Но, наконец, в США был принят Билль, согласно которому День Благодарения отмечается не в какое-то определенное число,
а в четвертый – ноябрьский четверг. It is celebrated on the 4th Thursday of November. И, как мы уже сказали, американцы собираются за большим семейным столом, возносят молитву, благодарят Господа Бога, благодарят друг друга и вкушают традиционные блюда. Самые любимые – запеченная индюшка, кукуруза в любом виде, вареная, пареная, жареная, консервированная, тыквенный пирог, клюквенный джем и многие другие. Американцы настолько любят индюшку, что во время парадов, которые проходят на улицах больших городов, можно увидеть куклы в образе индюшки, надувные или механические. Let's do the Thanksgiving quiz. А теперь настало время для викторины. You have to choose the correct answer. Вам необходимо выбрать один верный ответ из трех предложенных. At Thanksgiving, Americans say thank you for their food, country, family. В День Благодарения американцы благодарят за свою пищу, страну, семью. The right answer is 1A. Конечно же, традиционно американцы говорят спасибо за свою пищу, за тот урожай, который помог пережить переселенцам первую жестокую зиму. Americans celebrate Thanksgiving on their 4th Friday in October, 4th Thursday in November, 2nd Friday in November. Американцы отмечают День Благодарения в 4-ю пятницу октября, в 4-й четверг ноября и во 2-ю пятницу ноября. The right answer is 2B. Правильный ответ 2B. День Благодарения отмечается в 4-й четверг ноября. The next. A typical Thanksgiving meal is melon, chicken and pumpkin ice cream, turkey, potatoes, corn and pumpkin pie, pumpkin soup, hamburger, fries and carrot cake. Типичная еда на День Благодарения – это дыня, курица, тыквенное мороженое, индюшка, картофель, кукуруза и тыквенный пирог, тыквенный суп, гамбургер, картошка фри и морковный пирог. The right answer is 3B. Типичная еда на День Благодарения – это запеченная индюшка, картофель, кукуруза и тыквенный пирог. The next. Thanksgiving is sometimes called Pumpkin Day, Turkey Day, Harvest Day. День Благодарения иногда называют День тыквы, День индюшки, День урожая. The right answer is 4B. День Благодарения иногда называют День индюшки. Я уверена, вы были внимательны и слышали, что я повторяла несколько раз, насколько сильно американцы любят запеченную индюшку. The next. At Thanksgiving, American families watch basketball, baseball, American football. На День Благодарения американские семьи смотрят баскетбол, бейсбол, американский футбол. Конечно же, вы обратили внимание на небольшую подсказку в виде слова American. The right answer is 5C. Правильный ответ 5C. На День Благодарения американские семьи смотрят американский футбол. It's high time for your homework. Подошло время для вашего домашнего задания. Вам необходимо заполнить следующую таблицу, используя материал урока. В
В таблицу необходимо вписать следующие данные. Name – название праздника, о котором мы сегодня говорили. Date – дата, когда этот праздник отмечается. Food – традиционная еда, которую кушают в этот праздник. Traditions – какие еще традиции характерны для этого праздника. And typical colors – и типичные цвета этого праздника. Thank you for your work. Спасибо за вашу работу. Our lesson is over. Наш урок подходит к концу. Goodbye. До свидания.